Чаша 35 сантиметров. Это вибрационная чаша в данном случае. Поэтому колотушки такого типа практически будут не нужны. Могут, но не обязательно. Важно, на что ее ставить. Сейчас она стоит без подставки. И у нее лучший звук. Звук уже уходит, а вибрация остается, ее слышно. Пригасили немножко, потому что очень долго она все-таки звучит, вибрирует точнее даже. Такие вибрационные чаши, да, прекрасные. И ожидаем до 42 сантиметров размера. Тут такие чаши. Ну, в общем, если не ставить ее на подушку, на какие-то мягкие поверхности, можно использовать маллет. Ну, гранату, разумеется. Вот большая граната, 7 сантиметров в диаметре. У нас обычно такие были. Вот можно сравнить. Почти в 2 раза больше. Можно приобретать большие гранаты. Ну, вот. Замечательная. Замечательная чаша. Герцы можно видеть было. Все, что было показано. 45 герц была частота. 78. Ну и другие